Транссибирская магистраль – одна из старейших железных дорог России. Ее главный участок от Челябинска до Владивостока расстоянием в 7500 километров строили 25 лет. Ровно 100 лет назад, в 1916 году, началось прямое пассажирское сообщение между Москвой и Владивостоком. До этого, чтобы преодолеть то же самое расстояние по участкам Китайско-Восточной железной дороги, лишь в одну сторону приходилось тратить 16 дней. А Транссиб впервые в истории подарил возможность следовать только по рельсам без использования паромных переправ – от берегов Атлантического до берегов Тихого океана. Первый практический толчок к началу сооружения грандиозной магистрали дал император Российской империи Александр III. В 1886 году он приказал представить соображения по поводу подготовки к строительству стального полотна. Спустя 5 лет комитет министров признал возможным начать работы по сооружению Великого Сибирского пути одновременно с двух сторон – от Челябинска и Владивостока. Участие в закладке первого камня железнодорожного вокзала и серебряной пластины, изготовленной в Санкт-Петербурге по образцу, одобренному императором, принял цесаревич Николай Александрович. Возлагаю на вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению за счет казны и непосредственным распоряжением правительства уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути. Текст рескрипта царя на имя наследника российского престола. Почти на всем протяжении трассу сооружали по безлюдной местности в непроходимой тайге. На то, чтобы завершить грандиозное строительство, потребовались не только материальные средства, но в первую очередь немыслимые человеческие усилия и труд. Несмотря на это, ежегодно прокладывалось около 500-600 километров железнодорожного пути. Первые поезда начали доставлять пассажиров из Москвы во Владивосток в 1903 году, еще до завершения строительства Транссибирской магистрали. А современный поезд «Россия» отправился в свой первый путь 30 сентября 1900. 1966 года. И сегодня он остается главным поездом страны. Когда едешь через всю Россию, наблюдаешь, как меняется не только природа, но и сами населенные пункты. С путешествиями по Транссибу у Галины связаны исключительно положительные воспоминания. Ее отец работал на железной дороге. Так вместе с родителями она объехала почти весь Советский Союз. Но на этом не остановилась. Долгий путь по Транссибирской магистрали теперь добрая традиция уже для семьи Галины. Получается, несколько часовых поясов проезжаешь, несколько климатических зон, по сути, меняешь. И впечатлений, конечно, очень много остается. На перроне железнодорожного вокзала во Владивостоке установлена стелла с надписью «Здесь заканчивается Великая Транссибирская железная дорога. Расстояние до Москвы – 9288 километров». Это протяженность магистрали, которая проходит через две части света, 12 областей и 87 городов. Анна Бережная, Андрей Макаров, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.